В рамках республиканской акции «За безопасность вместе» в агрогородке Деревная Слонимского района прошел широкомасштабный сельский сход граждан, участие в котором приняли председатель Слонимского районного совета депутатов Олег Торгонский, заместитель начальника Слонимского РУЧС Алексей Тихончук и представители иных субъектов профилактики. В начале мероприятия слонимские спасатели совместно с представителями Горгаза организовали интерактивные площадки для жителей агрогородка. Сельчанам рассказали основные правила безопасного поведения и напомнили о недопустимости выжигания сухой растительности. Участникам акции продемонстрировали возможности пожарной и аварийно-спасательной техники и вооружения для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также действия работников аварийной службы ПУ «Слонимгаз» по ликвидации утечки газа. Продолжился сход в здании сельского клуба. Председатель райсовета депутатов Олег Торгонский обратил внимание присутствующих на соблюдение элементарных правил безопасности в собственном жилье, а также попросил навести порядок на придомовых территориях. Алексей Тихончук рассказал о складывающейся обстановке с пожарами в области и районе, о проводимой в республике акции «За безопасность вместе» и напомнил об алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В продолжении темы выступили представители иных государственных структур и организаций района. В завершении мероприятия каждый присутствующий получил от спасателей наглядно-изобразительную продукцию противопожарной направленности.